Столкнулись с такой ситуацией, что ваш Bluetooth не работает на ваших Android устройствах. Это телефоны, шеты, Android приставки, то есть все, что есть на вашем Android устройстве, какая-то прошивка и какая-то версия Bluetooth. Так вот, я нашел прекрасное решение этой ситуации тремя способами. Поэтому, если хотите решить данную ситуацию, вам придется посмотреть данный видеоролик. С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Ряд причин может быть разный, как системный, по прошивке, либо вообще ваше устройство вышло из рабочего состояния, но неполноценно, то есть по каким-то где-то функциям. Как это все сделать, чтобы вернуть прежний вид и дальше пользоваться вашим устройством? Показываю на своей ТВ-приставке X96, какая ситуация. То есть, чтобы зайти, допустим, в Bluetooth, я перехожу в настройки, где-то его найти, тут в соединениях его просто нету. VPN, точка доступа Wi-Fi и так далее. Я, конечно же, старым методом просто прописываю Bluetooth или не полностью. И вот что у нас есть. Когда мы нажимаем на сам Bluetooth, у нас, видите, здесь серенькая ползуночек, не активированный, его нажимаешь, ничего не происходит. Выходишь назад, в приложении настройки произошла ошибка. То есть это нам говорит о том, что Bluetooth у нас полностью не рабочий. Как решить данную ситуацию? Я полез в Play Market, начал искать, то есть различные источники, писал там Bluetooth и скачивал кучу разных приложений. Вот здесь просто практически все перелистал, но по факту ничего у нас не работает. То есть просто наш Bluetooth не отображается. Решение ситуации — провести сканирование. Скачал одну программку, она называется System Repair App. Обратите внимание. Вот она вся из себя. Данное приложение, мы сейчас его запустим. Нажимаем Get Started. Здесь можно очистить кэш, посмотреть данные, то есть посмотреть приложение и информацию об устройстве. Нас интересует вот System. И просто идет сканирование наших, на наличие нашей системы каких-либо ошибок. То есть по завершению этого всего, если мы еще раз проведем эту операцию, она просто будет работать или не работать. В моей ситуации это не работало. Я вам подсказываю первый шаг, как это сделать. В общем, когда пройдет это сканирование, обратите внимание, просто опять же перейдите в настройки, введите Bluetooth, он также не отобразится, также будет выбивать ошибка. Попробуйте опять подключиться. Вот я даже сейчас при вас опять то же самое сделаю. Введу у нас Bluetooth, подключиться, ну и все так же ползунок, видите, перешел в правую полость, но он работать не будет. Давайте же попробуем подключить геймпад. Вот мой геймпад. Я сейчас его активировал на то, чтобы устройство отобразило информацию о нем. Информации никакой не будет. Если мы выйдем назад, все равно выбивается ошибка. Видите? То есть эта ситуация не лечится. Абсолютно никак. Вот еще раз перейдем в Bluetooth. Активировать, все, уже ничего не активируется. Когда активируется Bluetooth, должен появиться синий ползунок, подсвечиваемый голубым цветом. Тогда он будет активный. В общем, это не сработало. Нужно сбрасывать настройки. Где сбрасываются настройки? Настройки, опуститься ниже. Восстановление и сброс. Вот, резервную копию обязательно включите. Добавьте диск сюда. Необходимо, который вам нужен. Сброс сетевых настроек. Нам интересует полный сброс. Вот здесь нажимаете полный сброс. И тогда пробуйте это все проделать. Если же у вас ничего не получится, есть классный вариант, как это все исправить. Есть самый ценный способ, в котором не нужно ничего нажимать, где-то что-то искать. Вам просто нужно купить Bluetooth адаптер. Именно Bluetooth адаптер для Android устройств. Вы можете точно так же, как вы подключаете беспроводные мышки, вставляете адаптер, но этот адаптер будет вам давать Bluetooth сигнал. И все. Это простое решение данной ситуации. То есть ничего не нужно заморачиваться, исправлять какие-то ошибки, сбрасывать настройки, мучать себя, тратить на это время. Вы просто можете прикупить себе такое устройство. Оно стоит от 50 гривен. Это 100 рублей или почти 2 доллара. То есть... Сами понимаете, это всего да ничего, чтобы решить данную вашу ситуацию, подключать ваши Android девайсы какие-то по Bluetooth, или же это будет геймпад, как в моем случае я хотел это все дело сделать. Если я вам помог, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями, близкими, знакомыми, помогите мне в продвижении моего канала. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!